Ну чё, здорово. Как многие уже могли слышать, в весеннем обновлении на Horizon RP должны были обновить ларец пилота, в который добавили новые самолеты, а точнее один новый самолет Aerostar 700. Эти самые ларцы я сегодня открою в количестве 1500 штук и попробую, конечно, испытать свою удачу и выбить этот самый самолет. И, конечно же, я уже чувствую, что ты забыл прожать лайк. Так никуда не годится, и подписочку быстренько кинь, чтобы не пропустить мой новый ролик. А мой промокод решетки Эрнеста Шоу, ник Эрнеста Мачини, который ты укажешь при регистрации, в сумме на Saints Row сервере дадут тебе 1 400 000 баксов. Юзай, пока я не передумал. Прямо сейчас я зашел в игру и совершенно случайно увидел, что добавили новый самолет в ларец пилота. То есть его очень долго не добавляли. Сегодня 26 марта, обнова, хрен пойми, когда вышла. И вот наконец-таки эти ларцы сейчас обновленные, можно сказать, пилота, потому что здесь было 3 самолета. Новый самолет. Давайте пооткрываем. Блин, я вообще случайно реально заметил. Надеюсь, мы с вами его выбьем. Ну а если не выбьем, придется докупать ларцы. Кстати, покупались они по 2 миллиона аж. И где гарантии того, что мне выпадет именно новый самолет? Может, мне выпадет, если выпадет вообще старый. Поэтому тут как бы, блин, надо надеяться только на удачу. А некоторые люди их уже посливали, попродавали, они сейчас подешевели, потому что подумали, наверное, что все-таки обновления никого не будет. Но у меня, кстати, сколько ворцов, я даже не посчитал. Ну, где-то 1100-1200 ворцов у меня точно есть, поэтому, блин, я не посчитал, конечно. Ну, точно не меньше 1100. Пока падают аптечки, евро, 24 очка мне падает. Левел, конечно, базару нет, качается очень хорошо, но мы не за ним сюда пришли. Мы пришли за новым, мать его, самолетом. Где ты есть, засранец? Появись, сколько он стоит, интересно? И вообще, как он выглядит, я не понимаю даже. Нужно его по-любому найти. Я не понимаю, как он выглядит, потому что... Сейчас мой инвентарь скажет до свидания, потому что у меня здесь все меньше и меньше места. Что там, кстати, написано? Осталось выпадение транспорта на сегодня 13. Но я сомневаюсь, что кто-то выбивал новый самолет. Мне кажется, это уже бы зафорсилось где-то. А может и выбили, я не знаю. Ну, короче, я в любом случае открываю впервые обновленные ларцы и надеюсь на удачу. Все, больше я ни на что не надеюсь. Открыть. Так, что? Подождите, а, блядь, это разбан админа, я понял. Зловечки, ну, тоже деньги, конечно, да, какая-то часть вортов по-любому окупится, даже с тех же самых ресурсов. Но давайте даже посчитаем, 1200, грубо говоря, возьмем, да, на 2 миллиона умножим. Я потратил 2 миллиарда 400 на эти ворцы, прикиньте, 2 миллиарда 400. Даже если выпадет самолет, я сомневаюсь, что он будет столько стоить. То есть в окуп здесь вряд ли получится уйти, если, конечно, тебе не с первых ворцов бы выпал этот самолет. Да и вообще, блин, просто любой самолет хотя бы. Потому что я покупал реально дорого. На пике ажиотажа, когда еще думали, что прям в день обновы они станут там обновленные и там будут новые самолеты. Но нас, так сказать, немножечко наебаба. Ну, деньги, кстати, тоже неплохо капают. По 14, 10 тысяч, 5, 6. У меня сколько уже открытых ворцов, я не знаю. Надо сейчас будет освобождать по-любому место. Я очень не хочу, чтобы запись прервалась на том моменте, когда если что-то выпадет. Давай, открывайся. Ну, ворцов 200 мы, наверное, с вами открыли. Ну, по-любому, я думаю, что должно что-то выпасть. Самолет, неизвестно какой, но самолет должен упасть. Я так считаю, но если не упадет, это ГГ. Кстати, да, там биток снова вырос до 71. Опа, закончились ключи. Спасибо. Да жесть, где уже этот самолет? Уже я не знаю, сколько я открываю эти ворцы, но очень много открыл уже. Я уже даже апнул уровень, хотя в моем случае это сделать очень тяжело, но я это сделал. Аптечки! Очень рад я аптечкам, реально. То есть с кирками мне повезло, кто не видел ролик, посмотрите обязательно. Я 2 раза подряд скрафтил огненную новую кирку, которая стоит сейчас минимум 5 миллиардов вертов. Че выбили, я пропустил. В смысле? Что? Кто выбил? Кого выбили? Нимбус. Какой нимбус? Кто нимбус выбил? Это не я выбил. В смысле? Кто-то влетел в мое КД и выбил самолет? Ёпарас, это нимбус выбили, это самолет с ворца. Короче, говорят, что кто-то выбил нимбус. О, люксор делюкс, я вот сейчас выбил, я люксор, блин. Ну я выбил люксор, ну прикиньте, не опук. Интересно, я хотя бы половину ворцов окуплю. Но у меня еще остались ворцы, можем пробовать, в принципе, еще самолет выбить. Блин, почему именно люксор? Ну хочу посмотреть на новый самолет. ГЦ, да, конечно, это лучше, чем ничего. Я даже рад люксору, но, блин, хочется показать вам новый самолет и самому посмотреть. Ладно, один самих есть уже. Как думаете, еще с такого количества ворцов я что-то выбью или нет? Мне кажется, навряд ли. Лямов 200 люксор стоит? Чё? Кого? Он же раньше 800 стоил. Я где-то проспал зиму. Жесть просто. Ладно, чё, давайте это открываем уже. Нет, так нет. Короче, покупаю еще ворцы сейчас, трачу последние бабки, реально, со всех бизнесов поснимал, с которых только можно. И покупаю у человека по 1 680 000. Все, купили. И сейчас еще побегаем, поищем. Может, где-то да найдем. Например, вот здесь вот. Короче, еще 220 ворцов докупил. Сейчас откроем быстренько. Потратил я 400 миллионов на них. Ну, 200 ворцов плюсом. Вряд ли они помогут, но лучше попробовать, чем не пробовать. Правильно? Правильно.
Короче, пацаны, капец. Самолет я не выбил, к сожалению, даже с 1500 ворцов почти. И в примерке его также нету, то есть еще его не добавили. Я на него даже не могу посмотреть. Аэростар 700. Вот этот самолет. Ну, в жизни он так выглядит, по крайней мере. Ё-моё, ну, даже не знаю, какой он будет по характеристикам. Аэростар 700. Ну, будем ждать. Итак, разыгрываем с вами Luxor Deluxe самолет. Все, что нужно сделать, это поставить лайк под это видео, написать любой положительный комментарий снизу и подписаться на мой телеграм-канал, потому что именно там я объявлю победителя на этот самолет. Принять участие могут игроки с любого сервера, передача будет через Vicity. А так, конечно же, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что ты лайк уже прожал и, конечно же, подписался на мой канал, чтобы не пропустить выход нового ролика. А я тебе на экранчик вывожу пока что два старых видосика, которые ты, вероятнее всего, еще не успел посмотреть. Поэтому исправляй, тыкай и наслаждайся.